Come on, man. Welcome to Wesley's channel. This is Wesley, and it is Wesley's News. Come on, man. Come on, man. Используем обычные гвозди из магнита мягкого железа. Засыпаем весь материал из гвоздей в пластиковую трубу. Вместе с гвоздями засыпается любой сыпучий материал, который мы хотим измельчить до мелкодисперсного состояния. Гвозди все ржавые, но после обработки станут чистыми. Под воздействием быстрого вращения гвозди очистились. Устройство предназначено для перемешивания жидкостей и газов, перемешивания твердых сыпучих материалов, сухого измельчения твердых веществ. Другими словами, это электромагнитная мельница для перемалывания в мелкодисперсное состояние сыпучих веществ, которые вы в них добавите. Аппарат состоит из статора электромотора. В центре находится титановая труба, где и вращаются металлические опилки, в роли которых выступают гвозди. Устройство запитывается от высокочастотного преобразователя, при помощи которого можно изменять частоту вращения. При помощи частотного преобразователя мы можем изменять скорость вращения засыпанного материала. Чем выше скорость, тем меньше выглядят под микроскопом микрочастицы. На внутренней кромке титановой трубы образовался слой измельченного порошка. Вещество, засыпанное вместе с гвоздями, перемалывается в мелкодисперсное состояние. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. А также ждем ваших комментариев. И дабы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал.
Come on, man. Welcome to Wesley's channel. This is Wesley, and it is Wesley's News. Come on, man. Come on, man. I'll be back.